Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня у нас обзор, девчонки, что я обнаружила, вообще обалдела, если честно. Мне срочно нужно было это вам показать, потому что новая коллекция Miss Sony — это просто разрыв по моим меркам, потому что это ж, посмотрите, что можно сделать из остатка. Конечно же, у них, вот я вам сейчас просто пролистаю, очень много, кстати, что меня удивило, мужских моделей. Обычно больше женских моделей, а вот мужских меньше. Здесь же у них наоборот. И вот смотрите, как это все обыграно, именно остатки. Я вот уже все, я уже иду выгребать все свои остатки. Конечно, в точности, вот смотрите, какие джемпера, вот какой микс. Мы обращали на это внимание еще у Брунелло Кучинелли, он тоже использует, но он именно использует микс, как бы, несколько нитей разных оттенков, и все, и пошла вещь. А здесь именно, видите, тут компьютерная какая-то графика, наверное, с цветом. Вот, тут мало что, конечно, в точности можно повторить, но можно, девчонки, вот такую вот можно, такую толстовку повторить, вот такую вещь можно повторить, эту можно, обычный джемпер, да, вот этот, в принципе, реально повторить, вполне реально подобрать пряжу, как-то намиксовать ее, смотать, вот этот вот реально, вот, ну, сам факт того, что можно использовать мешки остатков, потому что, как бы, ну куда можно использовать остатки? Ну, на плед, на коврик. Ну, я, допустим, не пользуюсь ни пледом, ни ковриком. Я бы связала. Ну, куда его девать, девчонки? Я один связала, конечно, отвезла в Украину, туда, там у меня квартира сдается посуточно. Вот я гостям положила один пледик. Вот, вот этот можно сделать. Ну, в общем, полет фантазии любой. Вот такую вот вещь повторить можно. И главное, что она будет в тренде. Вот смотрите. Вот это все можно повторить. Вот, смотрите. Красота. Красота неописанная. А самое главное, это же ноль по стоимости. Потому что остатки могут лежать годами. Вот эту вещь. Ой, красота ты моя. Еще и штаники такие. Вот эту вещь можно повторить. Можно. Тут можно слезать. Я вообще, сейчас мы посмотрим у женщин на джемперы. Есть шапки там, кстати, у них тоже все связано, именно такой микс. Кучинелли тоже так извращается. Ну, в общем, я так поняла, что это тренд сейчас. Я считаю, девчонки, что это такой для нас очень удобный трендик. Вот. И мы должны что-то сделать. Ну, такое простенькое. Намиксуем. Вот, кстати, миксик. Такой себе интересный кардиганчик. Конечно, извращаться вот именно на что-то вот сложное мы не будем, но мы сделаем обязательно что-то простенькое. Вот, кстати, вот эта вещь, между прочим, вот смотрите, тут намиксовать, у меня, кстати, даже есть что намиксовать. Но сама изюминка, еще шапки я вам покажу, тоже вот в таком вот плане выполнена. Смотрите, кардиган, как бы микс пряжи и резинка однотонная, ну, в полосочку, но уже с этими, как бы, с этой пряжей, которая использована в самом кардигане. Очень, смотрите, насколько это круто выглядит, классно, тут прям пальтишко такое. Ну, очень мне понравилась коллекция, девчонки. Поэтому решила быстренько для вас вот джемпер. Ну, все же круто, очень мне нравится. Вот, кстати, я же хотела вам сделать джемперок на молнии. Вот, может быть, я такой миксовый и сделаю. Все-таки на 1250 евро цена. Мы же за ноль сделаем, прикиньте. Вот, сейчас еще просмотрим с вами шапочки. Ну, я, в общем, по-быстренькому, вы, я так думаю, вот какое-то свое впечатление, как бы, сложите об этом все, мне напишите, как вам вот такая вот, такое вот веяние последнее, вот такое тоже пальтишко-кардиганчик миксованный с манжетиками, все чики. Бомбалейла. Ну, это, конечно, толстовочка тоже. Что угодно. Вот что бы мы... Я бы, допустим, наверное, связала бы толстовку. Или вот этот вот джемпер с молнией. Или мужской какой-то, может, у нас нам нужен.
нужен нам или не нужен. Давайте мы еще посмотрим на шапочки. Аксессуары нет. Здесь. Одежда мужская, штаны, рубашки, тра-та-та-та-та-та-та. Прочие аксессуары. Сейчас мы посмотрим мужские шапки. Потом мы посмотрим женские. Вот все у них, видите? Вот это, наверное, последний писк. Напишите мне, кто разбирается в моде. Я, конечно... Так, мужских шапок у нас нет. Давайте посмотрим на женские. Пляжные. Аксессуары для волос. О, в сумке. Где же у нас... Давайте посмотрим все. Наверное, слишком быстро. Вот. Смотрите. Шапка. Эту шапку я свяжу себе. Хотите, и вам покажу. И, кстати, уже вяжу себе капюшон по своему же мастер-классу. Вот. В черную нить пустила серенький махер, и так прикольно получается, я буду вся трендовая, деловая, короче, и модная. Вот, ну, капюшон это мы умеем, у меня это есть, ну, в смысле, сам капюшон, но другим узором, ну, точно такой же, так что, если что, он у меня как мужской капюшон, можно заменить пряжу, ну, намиксовать, и заменить узор. Вот, тут полупатентная. В принципе-то. И вот шарф тоже как-то пальтишко, смотрите. И кончик просто украшен именно однотонными полосками. И шапка, да? Шапка миксованная, украшена однотонными полосками. И здесь то же самое. Как бы они оттеняют это все, акцент делают на эти полоски. А все остальное идет как микс. Девчонки, я считаю, шикарная возможность использовать все остатки чалма. Чалма у меня, кстати, тоже есть на канале, девчонки. Давно уже. Одно из первых видео. Вот толстой пряжи. Ну, а потом уже принципу. Девчонки, скажите, вот напишите мне, что бы мы с вами сотворили? Я бы сотворила толстовочку. Карманчик бы там добавила, конечно. И я бы сотворила шапочку. И я бы сотворила еще тот джемперочек с молнией. С воротником и с молнией. Потому что сейчас это вроде бы как модненько. Ну, в принципе, это пальто. Ну, видите, а я не хотела в пальто заходить. Смотрите. Разлетающее. Это шито или вязано, непонятно. Ну, в общем, пальто. Вот это, вот, смотрите, это шикарная вещица, которая у нас стоит, покажите цену, 1640 евро. О, боги. Ну, красиво. Тут для опытных рукодельниц, смотрите, здесь у нас... Ух, как мне нравится, как мне нравится. Угу. Видите, у нас тут спущенная сильно рука. Вот этот типа кокона, да, погон, рукав кокон. Ой, красиво как. Кармашек есть. Рукавчик широкий. Капюшончик очень красиво. Как по мне, очень красиво. Не знаю, что вы мне скажете на это. Я считаю, что это красиво. Вот, что у нас тут такого еще? Ну, тут уже, ну, видите, даже сшитые вещи, у них все в таком стиле. Ну, это трикотаж. Пальто из кашемира. Но здесь, конечно, видите, у них узор подобран не хаотично. Тут уже целенаправленно подобраны вот эти все цвета. Ну, не все, ну, не во всех моделях. Видите, как здесь? Так что я так понимаю, что это при помощи компьютера все рассчитано, все, вот чтобы так вот красиво оно смотрелось. Но тем не менее, мы можем воспользоваться этим трендом и пальто, давайте мужские еще пальто посмотрим. Ну, здесь куртки, пальто, здесь, конечно, все шито, ничего вязаного. Шить, конечно, у нас не совсем получится. А, вот, что я еще не... Смотрите, вот этот вот джемпер,
Главное, мужчины. Давайте посмотрим. Так, мужчины наши дорогие, мужчины. Вот, о, вот смотрите, ну тут, конечно, у кого есть время, я бы, конечно, вот на мой азартный характер, я бы посидела с такой вещью. Ну, если я сяду, засяду с такой вещью, я засяду на пару недель. Смотрите, какой классный. Смотрите, какая прелесть вот это вот. Давайте, я вам покажу поближе. А, это уже другое, да, тут просто как бы такие красивые фотки, коллекции. Вот, кстати, это же наш кардиган, который мы вязали. Он у меня есть. Так что переходим в плейлист мужским, с мужскими моделями. Вот, видите, да. Это наш кардиган, он у нас уже есть, девчонки. Так, больше тут как бы и не вижу. Давайте коллекцию шоу «Главное, женщины» посмотрим и, наверное, заканчиваем. Не будем долго в этом ковыряться. Сам принцип, саму идею мы поняли. Ну, показывайся. И надо нам что-то сотворить. Обязательно. А почему нет, как бы, в предложении? Вот джемперок симпатичный. Вот кардиганчик тоже симпатичный. Здесь такие фотографии креативненькие, а саму модель не очень видно. Ну ничего. Я вам оставлю, девчонки, тоже как мужской кардиган, смотрите, женский. То есть то, что я делала, я связала себе мужской кардиган и буду его носить. Вот еще капюшон довяжу. И, кстати, он у меня миксовый. Ну, кто вяжет, тот его уже видел 100 раз. Вот, кстати, вот этот шалевый воротник. Может, еще один связать. В общем, так, что я подытожу, что я хочу сказать, что вот три вещи я бы связала. Ну, не считая шапки. Шапка — это, ну, как бонус. А вот либо вот шалевый воротник все-таки бы мы связали, либо вот тут вот с молнией, либо толстовку. Девчонки, вот пишите, вот что из трех вещей, вот это интересно, но только покажите в нормальном виде. Ну правильно, оно тут по одной фотографии, непонятно ничего. Ну да ладно. В общем, все, что я хотела, я вам сказала и показала. Очень такая коллекция, мне очень понравилась мне эта коллекция, девчонки. Вот. Летнее шоу женщины. Ссылку я оставлю. Шоу посмотрите на сайте, я уже не буду вас задерживать с этим шоу. Вот. Напишите мне в комментариях, что бы мы такого, чего у нас, у меня нет еще, мы, чего бы мы связали, вот толстовки у меня нет. Хотя я ее имела в плане уже давным-давным-давно. Толстовку, классическую, нормальную вязаную толстовку. Вот как раз бы вот так вот из какого-то микса такого интересного можно было бы ее сделать. Так, жду, пока вяжу вот этот Red Valentino в клетку, мы должны решить, что у нас будет следующее. Вот, пожалуйста, активируемся, пишем мне и определяемся. Все, девчонки, на сегодня все. С вами была Вика из Школы Рукоделия. Всем пока-пока!